Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. С цитаты хорошо всем известного романа «Преступление и наказание» начинается квест. Посетителю предлагают угадать имя писателя по фактам из жизни и цитатам из произведений, а затем по цветному маркеру найти его кабинет, запечатленный на фотографиях. В Самарском литературном музее представили обстановку, в которой жили и творили русские классики. И действительно, для Самары это такая уникальная возможность увидеть сразу, побывать даже сразу в 14 кабинетах писателей, да, познакомиться, еще раз вспомнить их творчество. Может быть, у кого-то стол такой же там захламленный, как у меня, например, этот писатель сразу становится мне ближе, и вот очеловечивание некое его образа. Проверить, угадан ли автор, посетители могут на специальном стенде. Здесь рассказаны интересные факты из жизни писателей и поэтов. Выставку «Кабинет писателя» подготовила Ассоциация литературных музеев. Карп Пашинян объехал 14 российских музеев, сфотографировал кабинеты творцов. Интерактивную часть экспозиции разработали сотрудники Самарского литературного музея. У меня есть, скажем так, интерес к каким-то определенным аспектам жизни писателей, к быту, к кабинетам. Я испытываю к этому такую слабость. Насколько она необычна, да? Сначала заходишь, что это просто интересно, потом ты понимаешь, что каждая картина и каждый предмет выставленный связаны с чем-то, да? Сотрудники музея говорят, уже сейчас готовится следующая выставка. Ее посвятят писателям-охотникам. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.